Межгосударственный совет по гидрометеорологии объединяет специалистов этой области из всех стран СНГ, главная цель которых – найти способ вести согласованную политику в области управления природными явлениями. На сегодняшний день перед гидрометеорологами стоит целый ряд задач. Одна из важнейших и актуальных для нашего региона – это прогнозирование наводнений и минимализация ущерба от них. Мы как раз сейчас договариваемся, как объединить наблюдательные системы Росгидромета, общегосударственные, и системы Краснодарского края в единую систему. Это суммарно будет более 250 наблюдательных пунктов на всех реках. Это будет совершенно другого качества, совершенно и более надежная система предупреждения. К слову, причиной участившихся наводнений в Краснодарском крае специалисты называют изменение климата. Замечено, что бархатный сезон в Сочи сейчас в среднем длится на 2 недели дольше, чем, например, 30 лет назад. Тем не менее, как утверждают специалисты, зима в этом году в Сочи не будет выходить за пределы климатической нормы.